перенаселение, нищета, безработица, преступность. К 2017 году исправительные учреждения в США оказались переполнены. Корпорация Lunar запустила проект стоимостью 19,7 триллионов долларов, чтобы отправлять преступников на Луну. За 40 лет в лунную тюрьму было отправлено более 22 миллионов осужденных. Не вернулся никто. Лос-Анджелес, участок 11, декабрь 2057 года. Охотник 0303, доложить обстановку. Визуальное сканирование завершено. На улицах 8 и спринт чисто. Продолжаю вести наблюдение. Участок 11 чист. Субъект видели входящим на рынок на 7-й улице. Отряд охотников, код 20, мелкая кража. Субъект подходит под описание. Начать наблюдение с воздуха. Провожу облет территории. Подозреваемый замечен на 6-й улице. Провожу распознавание лица. Совпадение. Подозреваемый синхронизирован. Хит Райдер. 185 сантиметров. 83 килограмма. Белый мужчина. Обвиняется в недокументированном деторождении. Кража. Гражданин, не сопротивляйтесь. Сопротивление аресту. Берите его. Конец связи. Охотник 0213 следует в сторону улицы 7 и Гранд. Подозреваемый двигается на восток в сторону улицы Хоуп. База, есть, он в поле зрения. Начинаю преследование. Гражданин, не сопротивляйтесь. Разрешение на захват. Разрешаю. База, субъект захвачен. Начинаю ускоренный судебный процесс. Моей властью субъект признан виновным по всем статьям. Лунный приговор к исполнению. Транспортный корабль в пути. Шаттл 0308, груз доставлен. Возвращаюсь в блок 901. Прием. Вас понял, 0308. Слушай меня. Слышишь? Я не собираюсь торчать здесь. Я выберусь. Я найду способ. Слышишь? Ты не вернешься. Ты больше не увидишь меня. И сына. Он все никак не успокоится. Он все время плачет. Черт! Поверь мне, Нелли. Я вернусь к тебе. К Томми.
тут не досчитались одного. У нас 36 из 37. Возможно, он все еще на борту. Можете проверить? Капитан? Нарушение на 11 участке. Всем быть наготове. Шаттл 0308. На борту беглец. Осуществить распознавание личности. 81130. Хитрайдер. Пока оставайтесь на местах. Летит прямо сюда. Визуальное подтверждение. Охотникам осмотреть место крушения. База, подозреваемый на свободе. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Юрий Аркалов. Роли озвучили Маркус Гонзалес, Елена Лунина и Михаил Диполом.